27 января этого года исполняется 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Я живу в Анапе недавно, 33 года. Здесь уже появились внуки у меня, и внуков у меня 5 человек. И я всегда живу своим родным городом. У меня две родины, получается. Одна родина – Ленинград, вторая родина – Анапа. Где бы я не был заброшен войною, среди дымных и черных полей, всюду чудится сад под луною, и нас море волнит кораблей. На поле вечером тихо плещет Невская волна. О том, что наше молодое поколение обязательно сделает нашу страну еще лучше.